так бывает. А как вам такой дождь? Опять Вайоминг. Самый такой непредсказуемый штат, наверное. Вот ливень, а. О. Какой слой воды на дороге. И в таком полузаливе крутятся электрические вентиляторы. Вот так вот. Ехать еще 1693 мили. 24 часа. Небраска. Бетонная дорога. Очень хорошая. Проезжать этот штат очень приятно. Сегодня понедельник, 2 августа. Время сейчас 5:35. Подъезжаю к штату Делавар. Разгрузка в Амазоне. До Амазона, до этого, ехал с Калифорнии в Неваду на пикап. И с Невады, с Рино, ехал уже, ну, сюда, на этот, на доставку. Получается, все вместе 2800 миль. Сейчас осталось до доставки 37 миль и 57 минут. Уже 3 дня дороги конкретно. Вот так все всегда кончается. Сначала думаешь, да ты что, 3000 майлов ехать там, 4500 километров. Пролетает, не замечаешь. И вообще в дороге, когда что-то включается в голове, просто ты едешь, спишь, едешь, спишь. Такой теряешь дни, короче, знаешь, что, ну, сколько осталось, и когда ты должен приехать. Это странное ощущение такое. А вообще так как в каком-то пространстве ином. Кабина-дорога. Такое ощущение интересное. Такое раннее утро. Архитектура другая совсем. Здание вон. Как костел какой-то. Католический. Интересно, в общем. Совсем все другое, не как у нас в Вашингтоне. Название магазинов, я имею в виду, такое вот. Это есть и бренды и там, и здесь. Компании такие большие. А вот архитектура, разметка на дорогах, какая-то под указатели, как-то все по-другому. Здесь такое все старое-старое, обжитое уже давным-давно. Может быть, свой отпечаток на все откладывает. Еду в компанию. Адрес доставки — это Amazon Warehouse, то есть центральный склад, откуда потом идет доставка уже на, ну, персонально и людям, и компаниям, и большие, и малые грузы. И вот туда еду, в общем. Я уже не знаю, показывал, нет. Везу железную такую, как дверь, калитка, что ли. Я бы ее в гараже сделал, честное слово. Сколько она обойдется и кому, это вообще фантастика. Можно было, наверное, серебряную сделать за эти деньги. Кто-то же купил. Компания находится в Неваде. Рино. Возле города. В пригороде. Там они с этой сетки все плетут полностью. От начала до конца. Замки только, по-моему, привозные. Так походил, посмотрел по цеху. А остальное все сами делают полностью. Навесы, рамочку.
Ну, полностью всю эту кавер, защиту для замка, все эти переборки на дверях, сетку плетут, варят, все сами красят. Так что калитка и две или три коробочки там с запчастями, ну, с закладными, да с болтами, наверное. Вот такой у меня груз. Дверь везу. Пенсильвания. Утренняя. Коровки пасутся. Дома частные рядом. Такое все аккуратненько. Красиво. Все утопает в зелени. Сочное, яркое такое. Август месяц, что? Самый сейчас урожай. Не урожай, а самый сок, наверное. Все набрало. Лиственные деревья такие гигантские. У нас таких нет. У нас елки, ели, то есть. А это прям давно таких не видел. Это я по дороге поехал, чтобы не платить за платные мосты и дороги по такой. Немножко дольше. Но зато еду просто видами. Наслаждаюсь. Камерой тут крутить неохота, а вот по сторонам смотришь просто. Такое все. Поля он. Красиво. У нас совсем по-другому все. Все-таки климат другой как-то. Растительность совершенно другая. Здесь такая богатая земля. Поля, фермы. Интересно. Заборов нет, кстати. А у нас там в Вашингтоне леса много, видать, строевого. И заборы эти везде рекламируют. Продавать-то надо, бизнес делать. Вот магазины. Я смотрю, что и у нас такие есть. И здесь. Ладно. Здесь надо спид-лимит соблюдать. Не хочу с полицией связываться. Тикеты получать. Вон дом каменный. Старый, видимо. Во многих, наверное, не живут люди. Я так еду по дороге, смотрю. А просто как архитектуру сохраняют. Ухаживают, следят за ним. Трак перевернулся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это он с той стороны прилетел, смял все ограждение и ударился сюда. Ребята, сохрани Господь всех драйверов. Да. И такое бывает. Наверное, погиб водитель. Кабина вся смята вообще. Еще его не переворачивали там, наверное. Ужас. Не дай бог.
ночь уже. 11 часов почти. Я сегодня... Уже язык заплетается. Короче, проехал 17 часов 46 минут. И еще ехать 30 минут. Проехал 1122 майла. И еще ехать 30. И не знаю, найду где ночевать или нет. Последних 3 ночи... Нет, 2. Спал по 4 часа. А до этого 6. Сегодня, если все получится, сейчас доеду и найду где спать. Посплю, наверное, 6 часов. Миль еще солярки хватит. Все-таки сил уже нет, но всегда, когда приезжаю, заправляю бак, мою стекло, потом уже все остальное, там спать и так далее. Чтобы утром встал, глаза открыл, в порядок себя привел там быстренько и в путь. Машина заправлена, стекло чистенькое. Такая вот уже рутина выработалась. Сейчас подъезжаю к городу Ларедо. Это в Тексасе. И он прямо на границе с Мексикой. Завтра склады, где разгружаться, они прям стоят там километр, может, меньше даже от границы. Занесло меня, в общем. Все, спокойной ночи пока. До связи. Проснулся в Ларедо. Сегодня еще 0 майлов. Одну минуту как завел. За рулем 75 часов. Проехал 4600 майлов почти. Average расход 19-20 миль на галлон. Солярки на 467. 1891 миля. Это было до доставки от точки. Я засекал. Сейчас пойду гляну вокруг. Везу, кстати, лекарства какие-то. Я в километре от границы с Мексикой. Даже у меня дирекшн, вот сейчас я поеду. Граница. Завел машину с утра, чтобы маленько прогрелась. Во, какие. Два палета. Здесь 1700 паундов. Пополам где-то 700 килограмм лекарства в Мексику идет. Так что сейчас буду трогать дальше, колеса попинать. Все. Как водители делают с утра. Стакан кофе купил, батарейки от камеры на зарядке поставил. Все. Вот моя резиденция. Один шаг от руля. Ну, на ночь дверь открывал в карго. Оттуда прохладный воздух идет. Все сразу ужасно сыреет. Здесь очень большая влажность. Ну, хотя вчера был дождь, облака, и так похолодало. Сегодня где-то было 77, наверное, Фаренгейта. Как бы, ну так, не сильно жарко. Но все равно было чуть-чуть душновато. Ну, я так, у меня уже система отработана. Вентилятор включил, маленькие щелочки в окнах открыл. Сквознячок дует. И так, спалось комфортно, короче. 6 часов глаза закрыл. Бум. Открыл уже их вот по звонку. Разбудил будильник. Кто-то говорит, что бессонница мучает. Ребята, вы себя, видимо, не изнуряете ничем. И девчата тоже. Сядьте за руль, проедьте 18 часов по трафикам везде. Сон крепкий, как у младенца, гарантирую. Ладно, будем трогаться в путь. Все, до скорой встречи.